Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня мы с вами прокатимся в кабине машиниста метро. Как это возможно? Сейчас покажу. Это очень интересный опыт. В Барселоне есть такое место, где можно так прокатиться. Сейчас я спускаюсь в метро. Я уже на 4-м эскалаторе, вот, еду вниз. Не знаю, видно или нет. Вот, видите, вот туда наверх, что вот вниз, сейчас я еду. Там еще дальше вот. А, ну нет, не видно. Вот, это моя спина, там еще дальше вниз. Короче, спускаешься, но отсюда идет электричка в аэропорт, поэтому он так очень глубоко. Еще ниже всего, я сейчас вижу, там мужчина впереди еще ниже спускается. Не знаю, сколько метров под землю мы спустимся вниз. Такое приключение прокатиться на эскалаторах. Ну, хоть не пешком, не, но тут меня смутило, конечно, что здесь есть лифт, когда заходишь в метро, что нужно спускаться. Я думаю, что? Лифт? Ну, вот теперь понятно, почему лифт, потому что реально. Еще не все, что ли? Да, он показывает, что L9 линия оранжевая, стрелочка вниз. Абсолютно. Вот, с этой стороны тоже там спускается эскалатор. А, ну вот это уже все конечное. Ну видите, как глубоко. L5 туда. L9 и L10. А, вот L9 идет до аэропорта, написано. Терминал 1. Терминал 1. Интересно, сколько метров мы под землю спустились? А, и здесь видите, чтобы зайти, вот такие электричка, потому что ходит без водителя, без кондуктора, как это называется, вот без машиниста. И она вот останавливается четенько, вот в этих вот дверках. И здесь вот, смотрите, написано, что придет через 2 минуты, и L10 через 4,5 минуты. Она придет и откроет, вот эти дверки откроются. Ну что, готовы? Сейчас она приедет, вот смотрите. Где? Вот дверь, да. О. И вот там нету машиниста. Если пройти вперед, то увидите, что вагончики без машиниста. Вот, видите, и если вперед пройти, там нету машиниста, не знаю, видно или нет. Вот кабина открытая. Она едет сама. Вот технологии какие нашли. Ну всё, теперь осталось доехать до Икеи. Вот, смотрите, как выглядит зона кабины. То есть ее абсолютно нет, это зона выхода. Вот написано «Сорфидер». Я пришел в конец. Не понял. Почему мы поехали в другую сторону? Próxima estación. Next station. Alias Linha C. Так мы с вами прокатились, считай, в кабине машиниста. Но вообще интересно посмотреть, как выглядит. Потому что обычно смотришь в метро вот так вот сзади, и ничего не видно, ничего не понятно. А когда ты смотришь в кабине, интересно, правда? Все. Почему так получилось, что мы ехали сначала в ту сторону? Я думаю, пойду назад, поснимаю, как едет машина, электричка. А тут
как бы вообще повезло. Так, вот она показывает, что сейчас по с вот этой. Так, нам на выход. Exit туда. Просто смотрите, какая лестница огромная наверх. Круто, да? В подземке. В общем, если вам понравилось кататься в кабине метро, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, как вообще вам. Катались ли вы когда-нибудь вот так вот, смотря как выглядит метро глазами машиниста. В общем, всем хорошего дня, увидимся. Пока-пока.